Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Улица Советская, 46. Вместо наличия обустроенной контейнерной площадки во дворе двухэтажки разрастается свалка. Мусор не убирается с июля месяца, вот этот вот весь мусор. Мы вначале относились к одной управляющей компании, а вот с июля месяца, значит, начался спор, куда наш дом кому перекинуть. Вот с ноября месяца мы относимся уже к другой компании, а мусор так и стоит. Стояли у нас вот здесь два контейнера под мусор. В ноябре месяце, в начале ноября, их увезли отсюда. Мусор уже был, вот как он был с июля месяца. Мусор не убрали, контейнера забрали. Сюда мусор все у нас носят. Из магазина вот эти дома у нас не относятся к нашему. У них свои вот там мусор. Они, дворники все, весь мусор собирают и весь несут сюда. Были контейнера на тачке, и весь мусор сюда сливается. Никто их туда не убирает. Мы хотим, чтобы вернули контейнера, и чтобы вот рынок вот этот вот не ходили, не носили сюда свои ящики, гнилые там фрукты, овощи, не бросали. Поставили для нашего дома контейнер. Мы ходили в Костину, он нам это пообещал, привез два контейнера. Сейчас этих увезли контейнера. Сейчас сделали нам тут натуральную свалку, а чуть не до подъезда доходит грязь. Вот чтобы вернули контейнера, мы за это все платим, вот, а нам ничего не делают, никаких удобств. Вот чтобы вернули, все было чтобы на своих местах. Там щебенка была, там и стояли контейнера, а сейчас все сделали, аж чуть не до проспекта Металлурга доходит дорожка грязная. Почему? Заявку я давала вот в понедельник 9-го, ЖУ-5 у нас сейчас, мы относимся. Сказали, приняли заявку. В пятницу повторную заявку дала по вывозке мусора, все объяснила. Тоже сказали, заявка принята. Но мусор как вот лежал, так он и лежит. Ну, мы говорили про... Я, например, говорила, вот сейчас наша управляющая компания находится на Севастопольской 23А. Они сказали, я им сказала, что контейнера забрали отсюда. Забрала та управляющая компания, которая раньше нас обслуживала. Но они сказали, ну забрали, теперь у вас другая управляющая компания. И вот, говорю, а мусор кто будет вывозить? Говорю, договор какой-то нужно заключать. И сегодня говорят, мусор будет вывозить у вас ЖО. 4 мне сказали. Но я в ЖО-4 позвонила, они сказали, нет, вас обслуживает ЖО-5. Значит, у них договор какой-то есть. Контейнерная площадка у нас находится на Енисейской. 500-600 метров. Где-то 500-600 метров. Весной здесь будет вообще дышать нечем. Тут все сгниет, будет вонь, тут дети ходят, тут площадка, тут с других домов дети ходят в школу. Тут просто будет антисанитария, будет грязь. Крыс еще нету, но, возможно, они появятся. Если еще вот этот дом заселят скоро, то это точно будет. Просим всех жителей, пожалуйста, пока не снесут, не уберут мусор, не поставят контейнеры, чтобы мусор сюда не складывали, чтобы не было антисанитарии, чтобы администрация Кировского района посмотрела сюжет и взялась выполнить свои обязанности. Когда разорилась наша компания, стала другая, они не хотят этого сделать. Пожалуйста, возьмите за этот вопрос и сделайте нам удобство, хотя бы эти. Поставьте контейнера, вывезти этот мусор, чтобы до весны его не было, чтобы дети не нюхали эту вонь. Потому что невыносимо. Ветром все раздувает до остановки, до детской площадки, до проспекта Металлург, все несет, все пакеты, все газеты, все туда разносится. Нам неудобно. Нам нужно поставить так площадки, чтобы, потому что сюда и общежитие носит в эти же контейнера, и вот наши вот эти дома. Ближе, вот где забор стоит, туда где подальше, стояла, что ли, за детской площадку хотя бы поставили. Ну, я говорила в управляющей компании, но сказали, пока контейнеров не будут ставить. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.